Очаков ТВ представляет. Здравствуйте. Привет. Вы с Охляндии, да? Я живу в Калифорнии. Почему Украина стоит? Я поставил через VPN, чтобы беседовать с россиянами. Я понял. Ага. Вы готовы беседовать? Без криков, без мата, без оскорблений? Конечно, готов. Вы что, издеваетесь? Вот. А я вы из какого города? Знаете, если вы задали вопрос, вы от битки будете? По сути, так должно быть. Вы из какого города? Вы из Витки будете? Я же вам уже ответил. У вас плохо со слухом? Нет, ну вы сейчас в Калифорнии находитесь, да, правильно? Да. А так-то, ну так-то где? Как понять где так-то? Родились? Я живу постоянно в Калифорнии. Ну вы родились не в Калифорнии же. Родился я в России. Я в Москве. Ага. Понятно. Галочка. Вы в туалете, да, сидите? На горшке? Это балкон. А, балкон, да. Просто часто россияне в туалетах сидят. Я хуй его знаю. Вы сказали, что вы не будете ругаться матом. Зачем вы ругаете? Ну нет, вы вынуждаете. Чем я вас вынудил ругаться матом? Ну потому что я в туалете сижу, я не в туалете. Я же вам задал вопрос. Вы не можете спокойно реагировать, да? Что вы сразу начинаете нервничать, что-то подгорать? Для чего? Не, ну просто зачем вы такие вопросы задаете, если вы не уверены? Потому что похоже на туалет у вас. Ну, если похоже, то... Значит, а вот это не похоже на балкон, да? Нет, сейчас я вижу, да, на балконе. Спокойненько ответили бы, что вы горите. Ну, а я так и ответил. Вы нервный, да, по своему? Нет, наоборот. Вы зря так говорите. Я, наоборот, умиротворен. Просто не нравится, когда вот человек пытается мне что-то доказать, чего сам не знает. А я разве пытался вам что-то доказать? Ну, скорее всего, да. Я же вам задал вопрос. Ну, зачем вы задали? Когда я вам задаю вопрос, это что, попытка что-то доказать? Вы в туалете сидите, что ли, или что? Нет, я в кабинете сижу. А. Ну, я говорю на тему войны между Россией и Украиной. Как вы относитесь к тому, что в Тульской области произошло? Не в Тульской, а в Курской. В Тульской. Тульской не знаю, в Курской я знаю. А там взрывы. А, да. Вы не слышали, да? Нет. А, вы не слышали. Я недавно проснулся. Там зафиксировано землетрясение почти в 3 балла по шкале Рихтера. Mm-hmm. А, вы не слышали. Вы уже не первый россиянин, который говорит, я не знаю. У вас там... Я не знаю. Честно говоря, ну, блядь, я не знаю. А зачем вы опять ругаетесь матом? Вы сказали, что... Ну, если вы мне третий раз говорите о том, что я говорю, не знаю. Вы мне... Я это не ищу. Третий раз говорил. Я сказал первый раз, что вы уже не первый россиянин, который говорит, что не знает. Хотя весь мир об этом кричит. Знаете, у вас взорвали 30 тысяч тонн боеприпасов в Тульской области, представляете? Может быть. 30 тысяч тонн. Ну вот вы первоисточник для меня. Вот, я первоисточник. Смотрите, у меня вопрос в связи с этим. А как вы думаете, ну это в этом случае и в большинстве других тоже, ваше начальство? Там губернаторы, мэры городов. Ну, давайте, не начальство. Начальство у меня одно, а руководство другое. А в чем разница между руководством и начальством? Ну, большая разница. Ну, объясните. Я не понимаю разницу. А, вот, чтобы пояснить вам. Начальство – это кто начальник, правильно? Да. А руководство страны – это немножко... А разве я сказал страны? Разве я слово страны сказал? Ну, вы сказали начальник. Да, начальник. Так начальник или руководитель?
Так начальник руководителя это в большинстве случаев синонимы. Ну, синонимы, но разные вещи. Ну в чем разница? Вы же мне так и не объяснили. Я попытался объяснить, вы меня перебили. Я вас слушаю, говорите. А теперь уже не хочу говорить. А, не хотите, я понял. Уже не на этом обычно так... разговоры и заканчиваются с россиян. Да, они садятся в лужу, они говорят, я не хочу дальше говорить. Говорите. Ладно, себе. Смотрите, у меня вопрос к вам. Смотрите. Значит, я вот как первоисточник вам сообщил, что... Калифорния, за... из Калифорнии. Я живу в Калифорнии. Ну, вопрос из Калифорнии. Да, вопрос из Калифорнии. Вот, значит, 30 тысяч тонн боеприпасов. А губернатор области Тульской сказал, там летели беспилотники, их все, естественно, сбили. Ну и там осколки упали и вызвали какой-то пожар. А там гремело много часов, я не знаю, может до сих пор гремит. И там есть снимки, взрыв был как будто ядерный реально. В 4 километрах выбивало стекла от этого взрыва. В 4 километрах стекла у домов выбивало. Да, беспилотник в Капотне тоже прилетел. Я сидел в 5 утра и немножко неприятно было. Да, так ладно, беспилотник в Капотне... Я согласен, что его там, скорее всего, сбили. А здесь... Нет, скорее всего, он достиг своей цели, потому что тряхнуло нормально. Ну, я знаю, что в Капотне там 2 дня подряд, по-моему, летали. Там позел, да? Да, да. Так вот, там взрыв был похож на ядерный. Там есть много людей, снимали на любительские эти. Просто там такая волна идет, что страшно смотреть. А губернатор области... Вопрос-то в чем? Вопрос следующий. Почему губернатор области, точно так же, как Белгородской, Курской, постоянно врут, говорят, это прилетел беспилотник, мы их все сбили, а осколки вызвали там пожар. В то время, когда там катастрофа, реально 30 тысяч боеприпасов. Вопрос-то какой? Вот это вопрос. Как вы думаете, для чего они вам врут? Вот ваше начальство вам врет. Я не знаю. Как вы думаете? Ну, ваше мнение. Я разметил, я говорю, я не знаю. Ну, то есть у вас нет мнения? Вам же все, подожди, теперь можно отвечать? Да, конечно. Вам же все правду говорят, да? Нет, кто говорит правду? Кто правду, кто неправду? Разные источники. Нет, извините. Еще раз сформулирую ответ. Вы всю правду знаете? Нет, конечно, всю правду никто не знает. И не может знать. Ну, тогда этот вопрос остается... Не, мой вопрос, зачем ваша власть вам врет? Вот этот. Так, я могу переформулировать. А ваша власть вам не врет? Так, подождите, ответьте на мой вопрос, а потом задайте свой, я на него отвечу. Ну, конечно, врет. А для чего? Я понял, что врет, а для чего? Для чего, я не знаю. Вот мы это узнаем скоро, а для чего, не знаю. А, вы не знаете. А какие-то догадки есть у вас, для чего врет? Нет. Слушайте, а вы слышали, что Путин подписал указ об увеличении вооруженных сил Российской Федерации на 180 тысяч человек? Еще раз. Только помедленнее. Путин. Что подписал? Я буду говорить, если у вас будут незнакомые слова, остановите меня сразу. Незнакомые слова. Помедленнее. Путин подписал указ, а то что, 180 тысяч чего? Путин подписал указ об увеличении численности российских вооруженных сил на 180 тысяч человек. Это было 2 дня назад. Как вы думаете, для чего он это сделал? А почему он не должен был этого сделать? А почему он должен был это сделать? Вот тут два вопроса. Блин. Он каждый день подписывает такие... Вы один вопрос задали или два сразу? Нет, один вопрос. Как вы думаете, для чего он это сделал? Ну, я говорю, а почему он не должен был это сделать? Так вы мне вопросом на вопрос отвечаете. Вы же мне ни разу не ответили ни на один мой вопрос. Хорошо. Знаете как, можно я один анекдот расскажу и потом... Нет, поймем, нет, анекдот меня не интересует. Меня интересует ответ на мой вопрос. Ответ на мой вопрос. Есть у вас? Нет. Нет, я понял. Значит, это необходимо было. Вот вам ответ. Не, я понял. Значит, так надо было. Так надо. Значит, вам... Так было. А вам знать не надо. А почему власть о вас вытирает ноги, не информирует вас ни о чем? И вы согласны, что
тем, с тем, что да, вам так, ничего да, не надо сказать. Да, я не спорю с вами. Больше приходят два... Да, меня не интересует анекдот. Знаете, абсолютно. Так меня не интересуют ваши вопросы. Ну все, будьте здоровы.